Ербал. Преимущество еще надо реализовать. Сразу вот сложности с приемом. Бедныш. Так накатывал по верхней части блока, но что-то перестарался. Хороший прием Франкова. Наверное, вот тут прежде всего его надо отметить. Урсов. Сеточный мяч. Почему-то троем даже стали блокировать. Пытался по пальцам сыграть. Наверное, даже и попал, Максим. Игорь Гребенников в прыжке за спину. Здесь Кобзарь тоже вот так вот пытался, да, растянуть. Наверное, своего-то добился. Кристенсен Кононова в концовке подключить. Ну, вроде бы так. И сработал ведь план Толочко. Долго готовился Сурмачевский, но в итоге ошибается. И первый сет остается за гостями. Кайлов на сей раз просачивается сквозь блок. 1-1. Гребенников вроде бы уже и упал. На первый среагировал, на рикошет среагировал. Остался мяч пока в игре. До этой атаки Дмитрия Волкова, который четко попадает по пальцам. 3-2. У казанцев сильно выше процент. 60. В то время как у соперника 53. А по остальным элементам сумели аннигилировать эту разницу. Бурсы. Здесь касание блока не было. Вот зона. На сей раз исполнение казанцев. Вот она. Какая защита, и все-таки мяч в аут выходит. Ну, не знаю, видел ли это Безнос. Решил в последний момент пропускать или просто не успел к этому мячу. Так или иначе, тот вышел за пределы площадки. Давайте сейчас посмотрим. Кобзарь. Ставить на отведенном мяче Безносу. Ну, стало быть, справились в защите. Левой рукой атакует Бедныш. Помогает ему. Вроде помешали друг другу, но все-таки Кобзарь там худо-бедно передачу выполнил, а здесь... Такой фронт был перед Кобзарем, и не менее сумел он. Вот это вот сейчас. Бедныш, вновь у него проблемы в приеме. Волков. Такую паузу сделал и ювелирно просто уложил боковой линии. Бедныш, хорошее смещение. Будет атака у гостей. На зону сразу двое пришли блокировать. Аккуратно сыграл Подребинкин. Мяч в воздухе, и у него же есть шанс все-таки выиграть очко для своей команды. Не позволяет это сделать блок.
казанцев. Вольвич как быстро взялся за дело. Так или иначе, свисток бы прозвучал, но Бедныш и без того сделал все идеально. Повезло здесь, что Гребенников на пути мяча оказался, и сам же он в итоге ошибку и допускает результативную. Вроде в защите блестяще сыграл. Построится под эту коварную подачу Урсов. И, естественно, его команда еще одно очко теряет. 10-7. Какой мяч Федоров. И даже атака будет. Уж как Волков такие мячи любят играть. Но на сей раз смягчили его. Кобзера перехитрить не удалось. И по линии Урсов. Очень много по линии выигрывает мячей петербургцами. Да, наверное. Решился на обман удар, причем такой глубокий сделал его, и вроде бы в сторону игрока, но не готов там на задней линии. Ну, так Федор Воронков, наверное, был. Вновь Вольвич, и вновь без шансов. И быстрая высота хорошая. Волков, очередной его глубокий такой удар. Ставит точку в этом сете. Сетки, а тут еще вот такие неприятности для гостей. Какой трудный мяч выиграл. Передача близкая к сетке. Блокирующие, правда, слетали при этом. И чем ответит Кобзарь. Беспроблемный прием. Сетка немножко помогла, получается. И Бедныш на одном блоке. Это уже как приговор сегодня. Отчаянно в защите играли казанцы, но все-таки. Ошибается. Одерживает победу, сохраняет лидерство в чемпионате. Ну а мы на этом прощаемся. С вами был Владимир Чисков. Всего доброго.